В 10 утра в небольшом актовом зале на третьем этаже собрался свободный от службы состав Верхнесалдинской полиции. На собрании присутствовали начальник оперативного управления Министерства полиции полковник Константин Левый, представители глав администрации Верхней и Нижней Салды, прокуратуры и УФСБ. Николай Голубев, начальник Верхнесалдинской полиции, в своем докладе сказал: «Товарищи офицеры, сегодня мы подводим итоги нашей оперативно-служебной деятельности за 2011 год. Значит, сразу хочу сказать, что да, действительно, год был тяжелый не только для нас, для всей системы МВД. Переход из милиции в полицию, значит, проведение аттестации. Трижды мы только писали рапорта, значит, о назначении на должности, проходили всевозможные тестирования и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все это прошло, в том числе и, значит, очередная смена руководства нашего отдела произошла. Значит, в июле меня назначили руководителем этого подразделения. И хочется остановиться на тех результатах, которые, так сказать, мы добились в течение года. В течение 12 месяцев нашим подразделением принимались все необходимые меры, направленные на улучшение показателей оперативно-служебной деятельности, повышение уровня взаимодействия всех сил и средств, решение главной задачи – реальное улучшение работы по раскрытию преступлений, обеспечению общественной безопасности жителей нашего города. Проведены были все необходимые комплексы оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению правопорядка, безопасности граждан, по предупреждению раскрытию преступлений, профилактике правонарушений, а также комплекс мероприятий антитеррористической направленности. По итогам 12 месяцев текущего года у нас наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений, составляет 1359 преступлений. Это 13% меньше показателей предыдущего года, в том числе по линии дознания. Отметив все положительные моменты работы служб полиции, Николай Николаевич рассказал об улучшении работы патрульно-постовой службы. У нас в настоящее время создан мобильный взвод, который оснащен как техникой, так полностью оснащен личным составом. В настоящее время проходят медицинскую комиссию лица, которые, значит, будут назначаться на офицерские должности. То есть практически там рядовых не будет, будут работать в основном все офицерские патрули. То есть взвод будет мобильный, усиленный, способный решать более серьезные задачи. Плюс ко всему, значит, у них есть кинолог с обученной собакой, которая может работать и по следам, которые мы, так сказать, успешно применяли уже не один раз. Значит, может за счет этого взвода, он, к сожалению, составлен был только вот, буквально вот по окончанию года, за счет этого взвода может, так сказать, существенно повлияем на оперативную обстановку в городе и на, так сказать, более оздоровление обстановки в общественных местах. В своем докладе начальник отдела затронул и экономические преступления. Выявлено 60 преступлений данной направленности, в прошлом году 43. Значит, увеличение значительное. В основном это преступления, связанные с хищением, мошенничеством. Не выявлялись преступления, к сожалению, связанные с коммерческим подкупом, присвоением, растратой чужого имущества, незаконным предпринимательством. Значит, вот это вот стабильные показатели, которые мы всегда проваливаем каждый год. И как ни печально, значит, в этом году у нас на учет не выявлено ни одного преступления, связанного с получением взятки. За прошедший год в работе полицейских были нарушения, о которых Николай Голубев не умолчал. Ни один факт нарушения какого-то либо законности не остался без внимания. По, значит, фактам нарушения законности у нас, значит, допущено 54 факта. За 12 месяцев сотрудниками нашего подразделения, значит, совершено 40 дисциплинарных проступков. В прошлом году их было 37. Привлечено к дисциплинарной ответственности 36 сотрудников. Наиболее привлеченных количество, так сказать, к ответственности сотрудников, это у нас 18, допустили участковые уполномоченные. Все остальные выступления журналистам услышать не удалось, так как совещание продолжалось за закрытыми дверями.